Всем добрый день! Эти простые упражнения помогут выпрямить осанку и сделать спину красивой. Первое упражнение – сгибание в локтях. Старайтесь выполнять упражнения не за счет силы рук, а за счет спины, чувствуя ее мышцы. Немного изменим упражнение, и после сгибания локтей мы раскрываем ладони. При сгибании ладони смотрят в сторону корпуса. Следующее упражнение – разведение рук в стороны. Старайтесь немного напрячь пресс, чтобы спина оставалась статичной. А для большего натяжения ладони можно согнуть на себя. Чувствуйте, как раскрывается грудная клетка и сводятся лопатки. Следующее упражнение – движение замком вверх-вниз. Тянитесь макушкой вверх и старайтесь избежать сильного прогиба в пояснице. Следующее упражнение – это будто вы раскрываете окно. Выполняйте упражнение в своем комфортном темпе. Вы можете задерживаться в конечной точке, чувствуя при этом мышцы спины. Следующее упражнение – пловец. Старайтесь не задерживать дыхание, дышите спокойно. Golden days, drifting far away. Light is leaving town. Вы можете выполнять это упражнение с двойным толчком рук. Следующее упражнение – сгибание замка вправо и влево. Вы можете расцеплять замок в нижней точке, если пока что вам не хватает растяжки. А при разгибании рук старайтесь тянуться спиной вверх. Следующее упражнение – махи руками.
руки натянутые, чувствуйте сильные мышцы плеч. И теперь повороты в другую сторону. Следующее упражнение – раскрытие грудной клетки. При сгибании старайтесь расслабить мышцы спины и шейного отдела, а при разгибании вытягивайтесь вверх, кончиками пальцев тянитесь вниз. Следующее упражнение – наклоны в сторону. Чувствуйте растяжение в боковой части туловища. При наклоне старайтесь вдохнуть и растянуть область между ребрами. По возможности наклоняйтесь ниже или сохраняйте небольшой наклон. В конце давайте сделаем глубокий вдох, потянемся ладонями вверх и выдох. Снова вдох и с выдохом опускаем ладони. И последний раз вдох и выдох. Поблагодарите себя за проделанную работу для вашей осанки. Ну а я желаю вам хорошего дня и до скорых встреч! Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, а также приглашаю вас в свой телеграм-канал, там я делюсь своей жизнью и полезными находками.